Пользуясь случаем, хочу пригласить на первые соревнования, которые у нас пройдут в 2015 году, в марте. Это 14-15 марта, Москва. Будут проходить соревнования «Кубок России» на призы Сергея Бадюка. Будет интересный формат. Мы с Сергеем Николаевичем разработали определенный, не коэффициент, а определенное соревнование среди сильнейших. Не будет формул, не будет коэффициентов, будет максимально поднятый вес по категориям. До 85 легкий вес, до 105 средний вес, 125 тяжелый вес и свыше 125 супер тяжелый вес. То есть это именно касается призовых денег. А все остальные, кто просто будет участвовать в этом турнире, не в борьбе за призовые деньги, будут участвовать в таких же стандартных категориях, которые есть сейчас. Не так. По местам. Первое, второе и третье место. 30, 20 и 10 тысяч рублей. 12,5. Места будут распределяться. То есть вот до 85 человек весит. И кто больше поджал в этой, именно в рамках до 85, тот и становится первый, соответственно, второй и третий. И так по всем четырем категориям. Для чего это делается? Чтобы начал дать определенный виток развития именно жима лежа без экипировки. Потому что людям непонятно, почему стоит на третьем месте спортсмен, который весит 130 килограмм, а на первом месте стоит спортсмен, который весит 70 килограмм. Люди не понимают коэффициентов, не понимают формул. Они понимают вес на штанге и что если больше, значит ты победил. Мы делаем максимально, постараемся сделать максимально интересный продукт именно для, в первую очередь, конечно же, для спортсменов, но и для людей, которые не заинтересованы, не спортсмены, для зрителей, чтобы попытаться это довести до формата шоу, на которые бы собирали бы целые залы. Это, ну, достаточно грандиозные и амбициозные планы, но я думаю, что мы этого добьемся. Сергей Николаевич учредил призовой фонд в размере 250 тысяч рублей. С Константином Жигулиным они разработали невероятно классные медали. Я думал, на данном чемпионате мы превзошли и вряд ли когда сможем побить. Нет, в январе мы вам покажем, там шедевр еще лучше. Ну, или кому-то может больше понравиться эта медаль, но их можно ставить на одну полосу. Они абсолютно равные. И то, и другое абсолютный шедевр. Приглашаю всех спортсменов, любителей, профессионалов на Кубок России на призы Сергея Бадюка.